Yeah!
сегодня будете разрывать в ресторане «Распутин»? Привет, Вадим. Ну, я думаю, разрыв будет колоссальный, потому что, во-первых, это самый популярный клуб, на мой взгляд, для звезд, которые приезжают и работают концерты. Во-первых, второе, это радио «Все», это просто бомбовое радио. Спасибо, спасибо. Не хуже, чем «Европа плюс». Спасибо. Я думаю, там не обидится. А что касается «Зеленоглазого такси», я сегодня буду исполнять в 4 вариантах эту песню, и 2 варианта вы еще не слышали. Наверняка вам это все понравится. Рядом со мной находятся мои танцоры, диджей Фил, который продолжил работу Global DJs. К сожалению, я с ними сейчас расстался. И эту работу продолжает диджей Фил. 2 в 1. Он сегодня танцует, он сегодня миксует, и он сегодня мне просто помогает вместе с балетом. То есть сегодня вечером в ресторане «Распутин» будет «Зеленоглазое такси», то есть лучшие клубные хиты Европы и России. Совершенно верно, да. 30 минут нон-стопом. Это как бы первый блок. То, что мы сделали, еще не успели показать нашим и телезрителям, и радиослушателям, и те, которые сегодня, я уверен, придут на эту музыку. Помимо потрясающей клубной музыки, которая сейчас прозвучит, а мы уже слышали вот одну из версий «Зеленоглазого такси», которую ты сегодня вечером исполнишь. Действительно, музыка клубная, потрясающая, душевная, все, что русско-еврейскому сердцу вот, да, дорого и мило. Я хочу тебя спросить, а вот... Ваша следующая песня «Память и Виктора Цоя, друзья!» Сегодняшний день и билет на самолет, серебристым крылом,
Давайте так, влево, вправо, эй, влево, из России, из Европы, из Америки. У нас был уже Серега, Туций, Астудия. К нам приезжает сейчас группа АБА-99 из Европы. У нас будет скоро Руки Вверх, Бандерас. Работаем сейчас с Тимати, что приехал. И вообще надо с нашего веб-сайта смотреть. Наш веб-сайт www.russianandwine.com, где указаны все наши... Поехали дальше, друзья! Песенка называется «Улетели». Все вместе! Помимо
Зеленоглазого такси. Здесь будет диджей Фил. Привет, диджей Фил. Привет. Какие планы на ночь? Порвать. Порвать ночь. Понятно. И поддержать Вадима в первую очередь. Пару слов о музыке. Музыка — это все. Живем с музыкой, творим музыку. Музыка — это жизнь. Чё такси казали, не слышу вас? Ещё раз!